Всем здрасте и добро пожаловать во вселенную Майнкрафт. Я знаю, что всех достали эти нудные туториалы, но все уникален тем, что это мультик во флеш. Что ж, начнем, естественно, с вашего респауна. Так, стоп, что за Начнем, естественно, с вашего респауна. Округа выглядит красиво, но она может представлять опасность. Если вам охота выжить, то придется очень и очень много работать. И днем, и ночью, и день, и ночь. И день, и ночь. Найти зомби, найти железо. Найти алмазы, найти жрачку, найти сортир. Пардон. Короче, первая вещь, которую надо сделать, это наломать. Прямо руками, да. Дроп. Графика и тем более физика здесь чуток упоротая, так что падать дерево не станет. Из добытых древесин стоит сделать доски, потом верстак, палки, прочее барахло. И да-да, кирку. Великолепную современную деревянную кирку. Далее с ее помощью стоит добыть камни и угля. На очереди каменный, хотя по факту булыжниковый топор. Топорик. Ну а теперь тотальный лесоповал! Замечательно! Приступим к строительству дома. Безупречного грязевого дома. Это чё за губка выживаний? Где ты её урвал, хакер ты грёб? Ладно, расставь-ка тут всё покрасивее. Наступает закат, и на поверхность вылазят разные стрёмно жуткого вида уродцы, хорирожи, страшномордии. Конечно, это страшно, конечно, охота куда-то не знать, куда сныкаться от греха подальше, но все же нужно перетерпеть хотя бы одну ночь. И что ж, ура, у нас получилось! Пора где-то достать шерсть и сделать из нее кровать. Если эту овцу прибить, то можно будет содрать с нее блок шерсти. Несколько больше можно будет получить, если использовать, да? Как раз три блока нам и нужно будет на кровать. Она нам поможет быстренько пережидать ночь во сне. Еще стоит сгонять за сахарным тростником. Вырастим его и сможем получить сахар, и даже ферму сделать. Но растет он вообще-то намного более не быстро. Сейчас пора бы поохотиться. Прикалываешься надо мной или как? Допустим, или как. Учти на будущее. При низкой освещенности монстры могут появиться где угодно, и чьи-либо дом не исключение. И не забывай проверять, закрыта ли дверь. Что ж, утречка и время для постройки шахты. Угу. Даже первая половина названия игры как бы говорит нам это делать. Да, ибо это положительно необходимо, чтобы найти алмазы, уголь, железо, золото, прочие радости. Так что давай-ка приступай. Как закончишь эту конструкцию, рекомендую понаставить там штук где-то 8 печек и сундуков как можно побольше. Они пригодятся для хранения всяких инструментов, найденных руд, барахла типа булыжника и земли, гравия вероятно. И последний этап — рытье самой дыры. Переведено и изучено на канале Фалька Прогринус. Видеоряд персонажей мозга принадлежат указанным ниже правообладателям.